Из 16 гектаров тепличного комплекса на 14 выращивают несветовые культуры. Так называются овощи, которые растут в теплицах без дополнительного освещения. Светового дня уже достаточно, чтобы огурец набирал силу сам. Правда, растения высаживают определенных сортов. Сейчас выращивается среднеплодный гладкий огурец. Ну, это в первую очередь связано со спросом на рынке. То есть в дальнейшем мы будем переходить на среднеплодный бугорчатый и в лето уходить на корнишон. Уборка зеленого урожая в этой теплице вот-вот начнется. Как известно, огурцы – культура, которая требует внимания и оперативности из-за скорости роста. А чтобы овощ вырос нужного размера и не кривой, важно прореживать мелкие огурчики на стебле, чем сегодня и занимаются овощеводы. Это вот считаем огурец, через один отрываем. Вот есть? Нет. Дальше как? Чтобы огурец наливался больше. От болезней и вредителей капризное растение лечат его природные враги – насекомые и бактерии. Здесь выбрали биологический метод защиты. Таким же методом выращивают томаты. Первый помидорный урожай рассчитывают получить в июне. Валентина Малощицкая, Руслан Хамчиев, Дон-24, Неклиновский район.